Западные и восточные ворота города в этом году отстроят заново. Въезд со стороны аэропорта Боратаевки станет почти в два раза шире. Мы приступаем к работам по капитальному ремонту участка автомобильной дороги Сарансурск-Ульяновск на участке 219-220. Это въездные ворота с аэропорта города Ульяновска. Мы впервые применяем здесь метод в рамках капитального ремонта, доводим до 4 полос движения. От Ульяновска до поворота на аэропорт скоро появится разделительный барьер, что исключит столкновение встречного транспорта. Все эти долгожданные нововведения будут освещены энергосберегающими фонарями. Изменят 1 километр 700 метров полотна. По уверению дорожников, работы будут закончены к ноябрю этого года. Также в этом году в эксплуатацию введут левобережную развязку президентского моста. В текущем году мы планируем ввести в эксплуатацию, наверное, самый социально значимый объект для жителей Ульяновской области. Это второй пусковой комплекс моста через реку Волгу, который позволит окончательно интегрировать все транспортные потоки в городскую среду. Объект начали мы строить это в 2019 году полностью за федеральное финансирование. Стоимость его около 2 миллиардов рублей. Готовность на сегодняшний день порядка 75%. Работы у нас ведут с опережением графика. И мы планируем в августе текущего года пустить движение уже в тестовом режиме по данному объекту. Главная составляющая этих работ – асфальт. Долго ли прослужит новый асфальтобетон на дорогах региона, определяется лабораторией Департамента автомобильных дорог. В Рио губернатор Ульяновской области Алексей Русских ознакомился с ее работой. О планах дорожных работ и капиталоемких проектов Русских доложил исполняющий обязанности министра транспорта Евгений Лазарев. В 2021 году на реализацию мероприятий национального проекта будет направлено 3 миллиарда 922 миллионов рублей, из которых на проект региональной и местной дорожной сети 2 миллиарда 907 миллионов рублей, на проект общесистемные меры развития дорожного хозяйства 813 миллионов и на проект безопасность дорожного движения 201 миллион рублей. Кроме осмотренных объектов, в 2021 году по области планируется построить и привести в нормативное состояние 61 объект общей протяженностью 158 километров. Комплекс мероприятий включает создание безопасной дорожной инфраструктуры, совершенствование используемых технологий и материалов. Павел Половов, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.